Приветствую, друзья! В предыдущих сериях я научился заводить свой самодельный реактивный двигатель. И задачка эта была непростая. Скажем так, не с первого раза вообще это получилось. Пуск двигателя производился с помощью двух мощных струй воздуха. Так вот, для создания этого пускового потока воздуха у меня в параллели работало три огромных компрессора. Мощность каждого компрессора 4 кВт. И, скажем так, для лабораторных исследований, то есть для стендовых испытаний, это нормально. Но в будущем все это будет превращаться в реактивный мотоцикл. А значит, будут и полевые испытания. И вообще, вы, наверное, со мной согласитесь, что мотоцикл должен уметь заводиться без трех огромных компрессоров. То есть, понятное дело, где-то на пустынной трассе, в каких-нибудь там полях, мы просто не найдем 12-киловаттный компрессор. Поэтому нам нужно научиться эту турбину заводить автономно. То есть не прибегая ни к каким внешним посторонним средствам, типа сжатого воздуха. Вот как раз сегодня в этой серии я и собираюсь решить эту задачу. Поехали! Те, кто смотрел мои самые ранние серии, знают, что я люблю строить и запускать радиоуправляемые самолеты. Так вот, на своих самолетах я использую электрические двигатели. Это, конечно, может показаться странным, но у этих электрических двигателей ну просто сказочные параметры. Вот, к примеру, возьмем мой самый любимый самолет, это самолет-крыло. Он способен вытворять в небе просто удивительные вещи. Он многие годы наводил полный ужас среди всех ворон в моем районе. А теперь посмотрите, какой малюсенький здесь стоит двигатель. Но пусть его размеры не вводят вас в заблуждение, его мощность 1200 ватт. Это на минуточку мощность огромного пылесоса, при этом весит он всего лишь 400 грамм. Тяговооруженность этого двигателя получается настолько хорошая, что 1,5-килограммовый самолет поднимается до 16 этажа всего лишь за 2,5 секунды. Да что говорить, даже просто его скорость уже внушает уважение. Вот это я понимаю авиационные технологии. И этот двигатель как раз то, что мне нужно. Я уверен, ему точно хватит сил раскрутить турбину хотя бы до 15 тысяч. И несмотря на то, что я до сих пор люблю, так сказать, полетать на закате, к сожалению, этому самолету придется проститься со своим волшебным двигателем. Ну да не будем грустить, ведь у этого двигателя впереди новая интересная жизнь. И вот этот маленький дьяволеныш уже у меня в руках. У меня такое впечатление, как будто я изъял какой-то орган. Ну, по сути, так и есть, ведь для будущей цели я сегодня очень сильно обидел свой самый любимый самолет. Вы только вдумайтесь, друзья, у этого двигателя ток потребления до 100 ампер. Вот это я понимаю, параметры. Ну что ж, за дело. Сперва из очень толстостенной фанеры я изготовил некую платформу, которая будет держать двигатель. Эта платформа, словно некий лифт, будет ездить по направляющим, чтобы отсоединять и присоединять стартер к турбине. Нашел вот такие прочные каленые штоки, они и будут служить этими самыми направляющими. Заказал токарям парочку вот таких вот колец, они нужны для того, чтобы держать эти штоки снаружи. Собираем весь механизм в кучу. И опа, вот приблизительно так все это должно работать. Платформа надежно держит двигатель и при этом сама может спокойно перемещаться вдоль оси вращения. Теперь всю эту колобруду нам нужно как-то прикрепить к турбине. Изготовил из 2-миллиметровой стали вот такие вот пластины. По моим расчетам, они точно должны справиться со всеми возложенными на них нагрузками. И далее самыми обычными винтиками просто крепим все эти три пластины к нашей новосозданной конструкции. Ну что ж, получилось неплохо, но по крайней мере смотрится красиво. И следующим этапом нужно сделать некий выкидной механизм. Ведь подобный процесс должен быть полностью автоматизированным. Из нержавеющей трубочки сделал вот такую вот незамысловатую тягу. Она будет воздействовать на платформу, перемещая ее по тем самым направляющим. Ну и, конечно же, чтобы приводить все это в движение, нам потребуется некий привод. Да простят меня мои самолеты, но мне пришлось оттуда вырвать еще вот такой вот сервопривод. Он, имея всего лишь 5-вольтовое питание, имеет большой момент силы и способен быстро управлять элеронами на крыле самолета. Но теперь ему придется стать частью моей турбостартерной системы. И последний штрих всей этой системы – это соединяющий палец. А вот еще чуть не забыл. Для управления этим двигателем необходим вот такой вот регулятор, который тоже пришлось дернуть с моего самолета. В общем, все. Весь самолет разобрал.
Ну ладно, друзья, не будем грустить. Лучше давайте посмотрим, что у нас получилось и как это все работает. А работает все просто изумительно. Но неудивительно, ведь мы же использовали уже готовые отлаженные компоненты. Некоторые в предыдущей серии уже заметили, что в турбокомпрессорную крыльчатку я установил некий болт. Да-да, он нужен здесь именно для того, чтобы сюда присоединялся стартер. Вот, собственно, и все. Устанавливаем стартерную турбину. Ну и разумеется, с первого раза не все подошло. Пришлось сделать тонкую подгонку, так сказать, допиливать по месту. После установки электростартера я тщательно тестировал эту систему, и оказалось, что головка одевается на болт приблизительно в 70% случаев. Я еще подумаю, что с этим можно сделать. Но в любом случае, при включении электродвигателя соединение устанавливается. Сейчас давайте замерим скорость вращения двигателя, так сказать, на холостом ходу. Ага, 21 тысяча оборотов в минуту. Этого точно достаточно, чтобы турбина уже завелась. А теперь давайте замерим скорость вращения двигателя, присоединенного к турбине. Да уж, интересненько. Еще мне очень интересно замерить потребляемый ток. Для начала на холостом ходу. Удивительно, всего лишь несколько ампер. Ну а теперь давайте замерим под нагрузкой. Очень важно, чтобы ток не зашкаливал за 100 ампер. Отлично, 50 ампер действующее значение и 78 ампер в момент разгона. Это означает, что вся система рассчитана правильно и все готово к работе. Должен сказать, что мощность этого стартера даже здесь хорошо ощущается. Я уж не знаю, как вам показать силу потока воздуха, который выходит из турбины, но накачивает этот движок, уж поверьте, смачно. Напоследок я еще немного погонял стартер в разных режимах включения и разгона, чтобы убедиться, что все работает как надо. Ну и вот стартерная система полностью готова к своему первому испытанию. Но прежде чем мы с вами сейчас будем заводить турбину, я должен исправить кое-какие старые косяки. Насколько вы помните, предыдущие запуски закончились небольшой аварией. С камеры сгорания слетел шланг. Чтобы этого больше не происходило, я взял высокооборотистое точило и сделал некие резкие насечки, чтобы труба больше не вылетала. Еще, анализируя видео, я заметил, что фланец турбины прилегает неплотно. И это неудивительно, ведь фланец камеры сгорания я делал вручную, и после сварки его еще здорово повело. Тоненькая металлическая прокладка, разумеется, не способна уплотнить такие большие зазоры. Мне удалось найти вот такой вот лист очень необычного материала. Это металлографитовое полотно. У нее в центре металлическая пластина, и с обоих сторон нанесен толстый слой графита. Такая прокладка способна держать большие температуры, свыше 1000 градусов. Это как раз то, что мне нужно. Поскольку у меня зазоры очень большие, я решил поставить сразу две прокладки. Да и старую прокладку тоже поставил посередине. Ну и последняя проблема, у меня забились форсунки холостого хода. Как я не пытался на предыдущих запусках поставить турбину на холостой ход, этого никак не удавалось сделать.
Но мне очень важно, чтобы двигатель все-таки мог встать на этот режим стабильных малых оборотов. Ну ладно, друзья, хватит уже сидеть в гараже, давайте скорее приступим к испытаниям. Кстати, отдельное спасибо тем, кто скинулся на керосинчик. Да, некоторые в сообщении перевода так и написали – на керосин. Некоторые меня тут упрекнули, что у меня вообще нет нигде огнетушителей. Я вас уверяю, ребята, после проекта реактивного велосипеда у меня этих огнетушителей просто полно. Они просто везде. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает наш новенький стартер. Так, и что же здесь вообще произошло? Ну, начнем с хорошего. Стартер сработал как надо. Мало того, он завел двигатель даже с непрогретой турбиной. И это очень хорошая новость. Но после этого, когда я отключил зажигание и бросил ручку газа, двигатель должен был встать на режим холостого хода. Но масло было еще не прогретым, а значит, оно было вязким и тормозило вал турбины. И обороты турбины упали ниже отметки самоподдержания, то есть двигатель начал глохнуть. Услышав это, я скорее дернул ручку газа, чтобы подать побольше керосинчика, ну, чтобы двигатель не заглох. Но обороты турбины были уже настолько низкими, что спасти ситуацию было невозможно. Вместо этого турбина начала перегреваться. Ну, понятное дело, керосина много, воздуха мало, и пламя ринулось прямо на крыльчатку. И я очень рад, что сделал эту систему зумером. Как только я услышал аварийный сигнал зумера, я сразу отпустил ручку газа и отключил подачу керосина. И вообще, я думаю, что эта система измерения, система зумера, пожалуй, сегодня спасла турбину. Для этого-то я и сделал все эти аварийные системы и сигналы. Ну что ж, хорошо, что все обошлось, и сейчас я хочу сделать повторный запуск. Ну, во-первых, чтобы еще раз испытать стартер, а во-вторых, мне очень важно, чтобы турбина сегодня все-таки встала на свой холостой ход. Поехали! Должен сказать, друзья, что когда крутишь на всю катушку, звук двигателя настолько громкий, что вызывает реальную боль в ушах. И в какой-то момент даже микрофон видеокамеры просто перестал справляться. И вот еще хорошая новость. Двигатель все-таки встал на свой устойчивый холостой ход.
Обратите внимание, что с прочищенными форсунками турбина крутит уже до 81 тысячи оборотов. У этого стартера есть еще одна очень важная функция – это ВПУ, то есть валоповоротное устройство. Дело в том, что после такого горячего использования турбины, после останова ее желательно еще немного повращать. Это позволяет турбине остыть до безопасных температур, но и кроме того, вал турбины должен остывать равномерно, чтобы его, так сказать, не повело. Разумеется, я и раньше вращал турбину после останова, но тогда это делалось воздухом, и для этого применялись три огромных мощных компрессора. Сейчас же эту функцию может выполнять вот этот маленький двигатель. Ну вот, друзья, стартер работает просто великолепно. С самого первого своего испытания он заработал как надо, у меня к нему просто нет никаких нареканий. Что в самодельной технике, конечно, редко бывает. Мало того, этот стартер смог запустить двигатель даже с непрогретой турбиной, что меня очень порадовало. Теперь мы владеем быстрым пуском. Я думаю, для концепции мотоцикла это будет очень важно. Ну что ж, это дело сделано, и нам пора двигаться дальше. А дальше я буду делать реактивное сопло. То самое пресловутое реактивное сопло, о котором так много все говорят. И чтобы не тратить время зря, я сразу его буду конструировать с форсажной камерой. Думаю, это будет интересненько. Но это, конечно, уже материал следующей серии. А сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают мой канал материально, которые, можно сказать, прям напрямую участвуют в создании этого чуда. Пишите свои мысли, мне интересно читать, что вы про это все вообще думаете. Ну а на этом у меня все. До встречи в следующей серии.